Всем привет, с вами канал Lakewood, меня зовут Настя. Меня зовут Денис. Сегодня мы с вами готовим шарлотку. Кто же будет ее готовить? Слушай, ну тут, по-моему, очевидно, кондитерка это твой козырь. Согласна. Тогда я снимать. Хорошо, а мы готовим. Для шарлотки нам понадобится 200 грамм сливочного масла, 200 грамм сахара, 200 грамм яиц, 6 грамм разрыхлителя, 200 грамм муки и наши яблочки, 400 грамм. Давай. Для начала мы зачистим яблоки. Берем яблоки, я делаю это так, разрезаем на 4 части, удаляем сердцевину, срезаем ее. И теперь зачищаем маленьким ножиком. Так гораздо удобней и быстрее. Яблоки мы очистили, теперь мы их нарезаем. Разрезаем на 3 части и таким вот произвольным кубиком. И измельчаем все. Яблоки мы с вами нарезали, теперь мы делаем основу. В сливочное масло мы высыпаем сахар и начинаем все хорошо взбивать. Вот так мы взбили слегка до пышности. Теперь мы добавляем яйца и взбиваем все до пышной массы. Все, мы это взбили до пышной массы, теперь нам миксер больше не пригодится. Мы все взбили, теперь мы разрыхлитель добавляем в муку, добавляем это в взбитую смесь. И все перемешиваем лопаткой снизу вверх. Все, видите, масса у нас перемешалась. Теперь мы вводим наши нарезанные яблоки. И теперь все это перемешиваем, чтобы все наши яблоки были в нашей массе. Все. Наша масса готова. Теперь мы заранее подготовили противень, раздвижное кольцо и пергамент. Смазывать ничем не нужно, просто мы ставим кольцо на пергамент и высыпаем нашу массу. Заранее мы разогрели духовку до 160 градусов. Всегда ставим только в разогретую духовку. И теперь все это разравниваем. Все, наша шарлотка готова. Теперь мы ее отправляем в духовку. Отправляем по времени на 35 минут.